Приветствую всех, друзья! Сегодня 31 августа, и по традиции я снимаю видео о доходах каждый месяц. Сегодняшнее видео будет о доходах августа 2018 год. С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я зарабатываю в интернете с 2013 года. Итак, поехали! 31 августа. Начинаем. Вот здесь вот смотрим мы дату. Здесь мы смотрим приход, это в долларах. Красненькое – это вывод денег на карту Сбербанка, либо на Киви кошелек, либо куда хотите. Это у нас приход. Если мы откроем любую транзакцию, я зарабатываю в проекте «Всем миром» и холдинг GMMG, то мы увидим вот All World. По 5, 10 и 15 долларов я получаю каждый день, даже когда сплю. Переводы приходят днем, ночью, ранним утром и круглосуточно. Вот 5, 10 и 15 долларов. Ежемесячно я нахожусь в лидерах проекта «Всем миром». С первого по третье место, как правило, я занимаю. Ну и, соответственно, получаю денежные призы, а также услугу «Бизнес-автомат», которая платная. Мне она достается бесплатно. За первое место получаю 3 места «Бизнес-автомат», за второе 2 места «Бизнес-автомат», за третье место «Бизнес-автомат». Ну и плюс двойной доход. То есть 7 благотворителей пригласила, значит 70 долларов я получила. Также на мою почту приходит оповещение о том, что вам поступил перевод. Это оповещение от проекта. А также оповещение от Advance Cash о том, что счет пополнен. Вот если мы откроем любую транзакцию, то мы увидим, вам поступил перевод 5 долларов, All World также написано, и будет здесь дата. Вот смотрите, перевод пришел ночью в 12 ночи. И еще очень людям интересно, как же выводятся деньги, или это только цифры на экране. Я сейчас при вас буду выводить свои деньги с Advance Cash на карточку Visa Сбербанка. Заходим в обменники. Вывожу я через обменники. Это проверенные обменники. И вывожу на Киви кошелек, либо вы можете вывести на карточку. Но в Киви здесь лучший курс, поэтому я вывожу на Киви, оставляю какую-то часть на Киви кошельке и какую-то часть оставляю на Сбербанке. Поэтому сейчас я буду выводить на Киви. Выбираем здесь Advance Cash, выбираем Киви рубли. Здесь пишем сумму и счет долларового кошелька. И здесь вам считается сумма и пишется номер Киви кошелька. Заполняете фамилию, имя, отчество, email, телефон и вводите капчу. Жмете продолжить. Вот сейчас мы будем выводить 153 доллара и перейти к оплате нажимаем. Нажимаем Advance Cash. Все, платеж успешно осуществлен. Нажимаем продолжить. И от 10 до 30 минут в рабочее время денежки поступят на мой Киви кошелек. Ждем. Вот вывод средств. Прошло буквально 2 минуты. Денежки мои вывелись на Киви кошелек. Давайте зайдем в Киви кошелек и посмотрим. Вот деньги поступили на мой Киви кошелек. И
Какую-то часть можно оставить на Киви кошельке, какую-то часть можно вывести на карточку Сбербанка. Нажимаем «Вывести на карту» и заполняем данные карты. Здесь пишем номер карты и пишем сумму. Здесь пишем номер карты и сумму и нажимаем «Вывести на карту». Буду я выводить 8000 рублей. Сейчас мне придет смс-ка о том, что я разрешаю вывод денег. Платеж проводится. Платеж проведен. Сейчас я зайду в Сбербанк онлайн при вас и покажу, что денежка пришла. Если мы зайдем в историю, мы можем посмотреть здесь историю. Перевод на карту. 8000 рублей. Заходим в Сбербанк онлайн и смотрим. Как мы видим, пришло зачисление мне. Вот 8000 рублей. Так что все работает и деньги в интернете есть, которые можно вывести. Но это еще не все. Пока я гуляла и писала видео, смотрите, сегодня вот 31 августа, вот эти транзакции я вам не показывала, смотрите, и пришло еще 50 долларов. 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40 и 10. 50 долларов еще, друзья мои. Вот такие доходы за август месяц. Кто хочет участвовать и получать такие же бабки, как и я, и даже больше, ссылочка будет под этим видео. Жду вас, приглашаю к сотрудничеству, обеспечу всеми материалами, инструментами, и бесплатными, и платными. Всем до скорых встреч!